столице прошел автопробег, посвященный 27-летней годовщине независимости нашей страны. По городским улицам Астаны проехали 27 автомобилей с развивающимися на ветру флагами. Организатором мероприятия выступил Байконурский районный филиал партии «Нур Отан». Такой пробег в столице проходит впервые. Чтобы у горожан вызвать чувство патриотизма за свою страну, мы проехались по большинству улиц столицы. Люди нам махали и хлопали в ладоши. Было приятно.